Впервые за сотни лет начато строительство бесперевальной автомобильной дороги Черкей-Ашельта. Она имеет большое значение для жителей Буйнакского и Унцукульского районов. Все подробности у Мадины Рамазановой. На Арбе ездили наши предки по этой дороге. И кроме этой дороги в сторону Буйнакска дороги не было. Почти непроходимая местность. Отдельные участки пригодны только для проезда верхом на лошади. Названная в народе Шамилевская дорога проходит через два района. Восстанавливают ее впервые за 200 лет. Всем интересно, вот народ пришел, пришли сами без никаких указок, без ничего. Все хотят эту дорогу. Из-за этого мы сегодня хотим его начинать, иншаллах. Из-за этого мы находимся в историческом месте, где будет дорога. Вот отсюда даже, где я стою, отсюда, чем здесь, там, туда вниз надо идти, еще 300 метров. Дорогу на пересечении двух рек строили вручную еще в середине 19 века, после Кавказской войны, горцы и солдаты царской армии. Она считалась важной в стратегическом и в экономическом отношениях. Эту значимость она сохраняет и по сей день. Она была прекрасная дорога для людей, а также и в торговых отношениях. Я думаю, что если проведут эту дорогу, она даст колоссальный эффект, значит, в лежащих селах. А также у нас на территории находится смотровая площадка, которую готовили в 2006 году еще. Планировали ее, значит, отреставрировать. И эта дорога будет, значит, и для туристов, туристическая, значит, база увеличится. Больше всего радуются новой дороге жители сел Буйнакского и Унцукульского районов. Теперь короткая и уже безопасная. Она будет значительно экономить время в пути. Мадина Рамазанова, Магомед Ахмедов. Время новостей.